Сегодня последний день досрочного голосования на республиканском референдуме. Оно началось во вторник, 22 февраля. По данным Центральной избирательной комиссии, за 4 дня в нем приняли участие 34,28% от общего числа граждан, которые включены в избирательные списки. Многие мазыряне тоже воспользовались предоставленной возможностью и уже выразили свою гражданскую позицию. Участок для голосования номер 25, расположенный во Дворце культуры нефтеперерабатывающего завода, как и остальные, открылся в 10 утра. Здесь голосуют жители 13 домов бульвара Юности и 3 новостроек на Рыжково. Многие годы свое мнение по важным вопросам государственной политики здесь выражает и семья Бобр. Александр Григорьевич и Ева Августиновна пришли на свой избирательный участок, тоже не дожидаясь основного дня голосования. Говорят, в воскресенье оба будут очень заняты. Дело в том, что я являюсь членом, наблюдателем районной комиссии. Завтра у меня день будет очень хлопотный. Не знаю, будет ли свободное время или нет. Поэтому в такие моменты я считаю, что поступаю правильно, приходя и голосую досрочно. А у меня завтра тоже рабочий день, как всегда, в воскресенье. Я работаю в краеведческом музее. У нас в воскресенье рабочий день, поэтому мы всегда стараемся проголосовать заранее. По мнению Читы Бобр, выразить свое мнение на голосовании – это гражданская обязанность. В мои юные годы когда-то в школах был предмет «Конституция СССР», наряду с другими предметами. Поэтому для меня слова «Родина», «Патриотизм», «Закон» – это не пустые звуки. Поэтому я и участвую в таких мероприятиях. Всегда считаю это своим гражданским долгом. Как муж уже сказал, во-первых, это наш гражданский долг. Во-вторых, мы неравнодушны к судьбе своей страны, к будущему своих детей и внуков. Ну и в-третьих, Конституция в новом чтении подтверждает уверенность в будущем дне и в надежной защите граждан нашего государства. Кстати, для того, чтобы воспользоваться возможностью и проголосовать досрочно, не нужно какого-то официального подтверждения. Все, что требуется от избирателя – соблюсти формальности, предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Сегодня, в субботу, участки для голосования будут открыты до 19 часов. С 14 до 16 – небольшой перерыв. Уже завтра, в основной день референдума, голосование начнется с 8 утра и продлится до 8 вечера. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».